выходить отсюда, мама. Я боюсь улицы. Боюсь, что наркотики... Да, трансвестит. Удалила ребра. Посмотри на страничку, зайди, как выглядит моя фигура. Чтобы мне быть трансвеститом, мне нужно было, знаешь, сколько пластических операций перебить? От груди до вырезания полностью ребер. У меня талия 57 сантиметров. Так. Вот из-за этого, вот ты заводная, не обращай внимания, сидишь, нервничаешь. Да, транс. Транс свистит. Да. Могу астропонить еще. Так что кому интересен мужикам анальный секс, могу отстрапонить. Да не рассказывай мне, это надо ребра вырезать, не придумывай. Я видела трансвеститов, нет у них узких талий, нету. Лица может быть похожи там с макияжем, нету. Все равно мужчина и женщина, они отличаются по конституции. У мужчин другая конституция, чем у женщин. Ну это как ни крути, ну это природа так создала. Против природы никто не попрет. Лицо, да. Да, уже заблокировали. Новую открою, не переживай. У меня таких карт, блядь. За 2 секунды новая открыта. Не парься. Это раз, а во-вторых, у меня такая карта, что хую ты заблокируешь. У меня все чисто, четко. Так, погадайте на моего друга. Не гадаю. Дичь твоя мама. Так, злые люди, ничего не понимая, даже в стране война. Если ты транс, то я волосатый. Ну, да. Они пишут, что транс. Блять, что вот это в ТикТоке только не услышишь? Что тебе 40, 45? Что ты трансвестит? Что ты там не так выглядишь? Что ты там тратишь? Да что ты рассказываешь? Блядь, ну что только в этом в ТикТоке, блядь, не услышишь? Вот честно, тут, блядь, это... Можно просто, блядь, я не знаю. Денег я тебе не дам и домой не пущу. Надо поменять ракурс камеры чуть выше. Покажи себя. На, устроила? Еще позволь мне остаться. Прошу тебя. Зайка, я не танцую и не танцевала. Ты, по-моему, ошибся адресом. Здесь никто не танцует. Да ты, бусинка, не обращай внимания. Осветить или трансвестит. Так, это никогда лица не видно, оно у тебя очень миленькое, спасибо. Даже ты... Нет, я красивая, когда я улыбаюсь. Нет, неправда, вот когда улыбаюсь, красивая. Когда я злюсь, я не очень. Когда улыбаюсь, красивая. Да, это некрасиво. Все, я выхожу. Я больше не могу. Пошла, посмотрю, что у меня там в Инстаграме творится. Приехали. Мелдини, девочка моя. Мы уже поправились, Дона Дау. Спасибо. В доме снова будет полно детей. Я... Сереж, спасибо. Я просто принимаю близко к сердцу, потому что я очень добрый человек. Когда злюсь, это я похудела. У меня раньше было лицо, у меня всегда были щеки. Это, когда я, короче, сделала себе подбородок,
И похудела, у меня стало немножко осунутое лицо. А когда у меня щеки, у меня лицо бэби-фейс. Такой есть типаж бэби-фейс. Когда девушка моложе выглядит. И когда я немножко поправляюсь, у меня такое личико. И мне оно идет. А когда я худею, у меня осунутое лицо сразу становится, я старше начинаю выглядеть. А когда поправляюсь, и лицо поправляется, и сразу лицо моложе становится. Это факт. А я сейчас похудела и осунулась. У меня лицо даже осунулось.